Мы находимся на выставке «Продэкспо», разговариваем с представителями разных компаний. Алексей, расскажите, что у вас новенького в 2019 году будет? Мы белорусские производители, компания «Сорса». Мы придумали продукт аналогов в мире, который не существует. В конце прошлого года мы получили патент в Женеве. Уникальность технологии заключается в том, что мы сохранили вкус-ароматику молотого кофе без вакуумации на длительный срок. Сейчас существует два способа хранения молотого кофе. Это инертный газ и стандартная вакуумная пачка. Но это все условные способы хранения ровно до того момента, как вы открываете пачку. Наша технология позволяет удалить кислород между частицами молотого кофе и сделать это так, что структура клетки остается живой. То есть каждая ваша чашка будет, как будто ее только что смололи в кофемолке персонально для вас. Вторая часть уникальности заключается в том, что мы используем две степени помола, и ваш кофе оседает в основании чашки. Вы пьете абсолютно чистый напиток, и нету негатива, связанного, как обычно это бывает, когда мы пьем кофе, заваренный в чашке, плавает эта взвесь, мы едим, плюемся, стесняемся улыбаться. Мы все эти вопросы устранили. То есть мы, как производители, 90% негатива, связанного с потреблением молотого кофе в чашке, устранили. Если у вас не дрявая чашка, не холодная вода, испортить наш продукт просто не получится. Вы можете его показать. Да. Это кофе-таб. Две отдельные чашки кофе. 7,5 грамм весит каждая порция. Есть различные вкусовые решения. Все это добивается путем смешения различных арабик. Мы работаем только с высококачественной арабикой. Внутри черная икра в мире кофе. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.